Я предлагаю вам приготовить сегодня колеслав. Очень известный салат, особенно в Америке. Его используют в KFC, в Макдональдс. И все думают, что это американский салат, что именно американцы его придумали. На самом деле нет. Этот салат был придуман еще в 1774 году голландской домохозяйкой. И этот рецепт был занесен в голландскую поваренную книгу. Там рассказывалось, что молодая хозяйка мелко и тонко нарезала капусту, добавила морковь и сделала соус, заливку из топленого масла и уксуса. Таким образом пришел салат колеслав. С голландского языка он звучит как колсла. Дословно переводится капустный салат. Все очень просто. В 18 веке, когда уже был придуман майонез, стали добавлять майонез. На сегодняшний день существует огромное количество различных версий и вариаций салата колеслав. Я хочу предложить вам и свою версию, которую мы подавали в ресторане, и она была очень популярна. Итак, вперед! Настоящий и вкусный салат колеслав начинается с соуса. Давайте приготовим. Это наш домашний майонез. Раз, два, две ложки майонеза. Греческий йогурт. Берите хороший, вкусный греческий йогурт. Раз, два, три. Добавляем щепотку соли по вкусу, чайную ложечку сахара, крупнозерновая горчица, полная ложка, черный перец, петрушка. Мелко-мелко режем ее. Выдавливаем зубец чеснока, сок лимона, в среднем столовая ложка. Давайте все это смешаем. Ну вот, у нас получается замечательная вот такая смесь. Обязательно попробуйте ее. Она должна быть выразительная. То есть должен чувствоваться и перчик, и соль, и чесночок. Все должно чувствоваться, потому что наши овощи, которые мы мелко, тонко с вами нарежем, уже мы не будем досаливать и перчить. Супер, я доволен, очень хорошо. Теперь нужно закрыть пленкой и убрать в холодильник до того момента, как мы начнем его сервировать. Давайте приготовим салат колеслав. Нам нужно красная капуста, убираем кочерыжку, я ее разбираю вот так вот и нарезаю очень-очень тонко. Если у вас нет опыта работы с ножом, воспользуйтесь теркой. Я большую порцию делать не буду. Сделаю среднюю на 3 человека. Так вот нещадно прям давите ее. Делайте ее плоской. И тоненько-тоненько нарезайте. Нож, видите, какой у меня большой? То есть нужна амплитуда для того, чтобы он вот так вот резал. Я такая гильотинка. Обратите внимание, вот этот вот палец, видите, как я его выгнул? Специально для того, чтобы не порезаться. Нож должен идти по ногтям. Следующая белая капуста. Убираем кочерыжку. И по такому же принципу. С ней гораздо проще, она мягче. Тоненько. Должно быть очень-очень тонко. Все крупные сегменты на капусте убирайте. Соотношение овощей делайте приблизительно 1:1. Попробуйте сделать по моему рецепту колеслав, и вы сами уже увидите, какой овощ вам больше всего нравится, какой менее нравится. Что-то уберете, что-то добавите. Но как бы первый раз попытайтесь сделать именно так, как я вам предлагаю. Это у нас корень сельдерея. Натираем его вот на такой вот резке. Вот так вот. Этот салат именно вкусен, когда приготовлен и нарезан очень-очень тонко. Этого достаточно для нашего салата. Морковка наша готова, давайте ее натрем точно так же. Как только мы соединим овощи с соусом, они станут мягче, раскроются. Свежий огурчик.
Я выбираю сердцевину для того, чтобы наш салат не был слишком жидким. Давайте натрем огурчик. Когда покупаете огурец, всегда выбирайте, чтобы он был плотный, твердый. Особенно вот если я купил голландские огурцы, всегда пробуйте кончик и попочку. Если они мягкие, лучше его не брать. Он может быть очень кислым и уже пропавшим старым огурцом. Поэтому огурец, голландские огурцы, они должны быть твердыми. Давайте немножко добавим зеленого лучка. Давайте заправим салат. Дрессинг. Как правило, в колеслав добавляют очень много соуса. Наш соус, кстати, тоже не жирный. Всего лишь 2 ложки майонеза. Добавим оставшийся соус. Список и количество всех ингредиентов, которые мы сегодня с вами использовали, все будет в описании. Салату достаточно буквально 5 минут, чтобы он настоялся, чтобы овощи впитали соус. Ну-ка, сейчас попробуем. Изумительно. Ну, просто шикарный салат. Легкий, ароматный. Ну и, конечно же, очень полезный.